Привет, мои хорошие, с вами Селена, и сегодня мы будем с вами наносить консилер. Я хочу поделиться своим опытом и своей техникой нанесения консилера. И в конце скажу, что за консилер и вообще просто мое открытие. Итак, консилер я искала долго, вот такой вот, чтобы он был специально открывался, может кто-то его уже узнает. Чтобы открывался и наносился палочкой. Мне кажется, это очень удобно, нежели выдавливать, там не видно, что остается. Если остается, в общем, что-то мне неудобно. Вот этот я нашла. Значит, многие девчонки, когда скрывают какие-то недостатки на лице, особенно под глазами, наносят консилер таким образом, что может не скрыть все. Я сейчас вам покажу на одной половинке, как это будет выглядеть, чтобы мы увидели разницу. Делают вот так. И все, и растушевывают. На самом деле этого недостаточно, потому что консилер, он может даже быть в роли корректора. Нам нужно делать треугольничек, да? То есть мы от самой темной точки сделали, да? Дальше мы спускаемся вниз. Делаем такой треугольничек. Что удобно с этой кисточкой, что все видно, сколько ты нанес, сколько ты сделал. Дальше я замазываю недостаточки какие-то вдоль носика. Можно также корректируем носик, если мы вдоль носика сделаем. Также наносим на какие-то точки. У меня вечно подбородок страдает, поэтому сделаем на подбородке. Теперь мы берем подушечки наших пальцев. Почему подушечки? Потому что под подушечками, под нашими пальчиками, лучше всего это все растушевывать дело, под нашими подушечками наш консилер, он нагревается, и тогда он равномерно распределяется, и в общем, ну, под пальцами, да, от теплоты, и начинаем растушевывать. Растушевывать мы не размазываем, мы как бы вбиваем. Вбиваем наш консилер. Если мы протянем чуть-чуть в бок, мы глазик тоже скорректируем. Итак, я растушевала. Посмотрите, значит, разница. Что могу сказать про этот консилер? Этот консилер просто бесподобный, потому что через буквально несколько минут он впитается, он реально подстроится под вашу кожу. То есть это было на моих глазах, когда я даже смотрела в Литуале его. И этот консилер, он становится матовым, что меня очень удивило, что абсолютно не нужно перекрывать его пудрой. То есть для меня, когда я выхожу на улицу, лето, жара, то есть я была очень удивлена, когда я просто нанесла консилер по-быстрому, да, там просто скрыла и побежала. И каково было мое удивление, когда я сажусь в машину, уже добежала до машины, я смотрю, что абсолютно нет вот этого липкого слоя, как от многих других консилеров, да, я думаю, совсем пудра не нужна, я думала, в машине там припудрюсь. Я думаю, ну что за чудо-средство, да? То есть просто заделал все какие-то недостатки и побежал, и ты уже красивый. Называется, сейчас скажу марочку, Мислин. У меня в номере 14. Там было всего два цвета. Я не знаю, всего их там два цвета или нет. Но было два цвета, я выбрала вот который посветлее. Я его когда намазала даже на руку, он сначала намазался светло, а потом он как бы подстроился. Я смотрю, что он какой-то другой немножко приобрел цвет. Прям подтемнел, и прям вот его стало не видно совершенно. Вот. Сделаем вторую сторону.
Вот что в итоге у нас получилось. Мне кажется, что просто вот прям можно назвать себя ненакрашенной, да, и при этом нет никаких недостатков видимых, во всяком случае, и мне приятно на себя в зеркало смотреть, так больше. Итак, если вам было полезно и интересно, обязательно ставь лайк, подписывайся на мой канал, если ты еще не подписан, и я с вами увижусь в следующем видео, впереди много интересного, пока-пока!